10 веков на самой высокой точке древней Казани стоит Кремль, по-татарски Кермен. Его стены хранят много загадок и тайн. Из поколения в поколение передаются о нем легенды, сказания и мифы. Наш гид – доктор архитектуры Нияз Халитов. Мифы, они всегда есть, всегда существуют. И развенчивая старые мифы, мы создаем новые осознанно, потому что Кремль – это объект туристический, это объект сакральный, это, можно сказать, сердце не только Казани, а может быть сейчас всего татарского мира. И, конечно, мы где-то что-то возвеличиваем, где-то что-то утрируем, трагические черты, может быть, утрируем или наоборот тушим. То есть полной объективности не бывает. Ну и кроме того, конечно, обязательно нужны какие-то красивые сказки, которые нужно рассказывать детям, когда они сюда пришли. Нужно рассказать туристам, людям, которые впервые приехали сюда, они не знают, кто такие татары, они не знают, что, оказывается, здесь процветала великая цивилизация. С давних пор Казань – важный торговый и культурный перекресток на Великом Волжском пути. Здравствуйте, меня зовут Людмила, я являюсь экскурсоводом Казанского Кремля. Вы находитесь в политическом, культурном и административном центре города, музее-заповеднике под открытым небом Казанский Кремль. Это очень интересное место. Здесь соединяются как прошлое, так и настоящее, как Запад, так и Восток. Здесь мечеть Кол-Шариф соседствует с Благовещенским собором. Башни Сюмбике напоминают о красоте и стройности казанских девушек, а губернаторский дворец – о роскоши казанских правителей. Площадь Кремля составляет 150 тысяч квадратных метров, протяженность стен по периметру 1800 метров. Когда-то здесь располагалось 13 башен по периметру Кремля, а сейчас их 8. Нигде не написано, как начиналась Казань. Любое дело начинается с молитвы, а уже закладка города обязательно начинается с мечети. Тут молебен обязательно. То есть люди, которые сюда пришли, они первым делом заложили мечеть, совершили молебен, а потом уже начали какие-то действия. Выбрали наилучшее место, оно так и во веки веков и осталось в сущности. Потом на этом месте построили здание. Вот. Это здание было сначала, может быть, деревянным, потом стало каменным, потом оно стало священным, потому что это самая старая мечеть. Около нее начали хоронить князей и так далее. Вот это место, там, где сейчас стоит башня Сюмбике. Визитной карточкой города является башня Сюмбике. Это одна из падающих башен мира. Как нет Парижа без Эйфелевой башни, так нет и Казани без башни Сюмбике. В семиярусности этой башни есть красивая легенда. Сюмбике – это ханша, которая жила и правила в городе. Она отличалась красотой и была очень умной. Иван IV влюбился в нее, предложил ей руку и сердце. Она согласилась, но с условием, что за 7 дней будет воздвигнута самая высокая башня в городе. Ивану IV Грозному это удалось. В первый день появился первый ярус, во второй – второй. И так за 7 дней появилась красавица семиярусная Сюмбике. Во время праздничного пира Сюмбике заходит на самую высокую точку башни и падает вниз. Это легенда. Эта башня, она называлась проездная башня оберкомендантского двора со шпицем. А все же знают, что здесь находился дворец царицы Сюмбике. Да? Миф о царице Сюмбике. Прекрасная женщина, которая, значит, твердой рукой управляла государством. У нее была огромная библиотека, сады здесь зимние. И много чего еще, но у ней был прекрасный муж Сафагири. Ясно, что реальные люди такими не были. Историки могут много чего порассказать про царицу Сюмбике, но это не нужно никому. Людям нужен миф, людям нужна красавица ханша, которая так пострадала сначала от гибели мужа, потом от политических событий. Вот ее несчастную везли в Москву, она прощалась со своей родиной.
Потом она была в заточении, замужем за уродливым ханом Шахали, и умерла в неволе, можно сказать, в Касимове, в заточении. Миф – всего лишь красивая присказка к истории. На самом деле башню строили около 2 лет. И ханская усыпальница – реальность. Ее обнаружили археологи у самого основания башни Сююмбике. Так затейливо пересекаются мифы и историческая правда. Фотокадры видов Кремля конца 19-го, начала 20-го столетия. Была снесена колокольня Благовещенского собора. Исчез целый комплекс Спасо-Преображенского собора. Как и сегодня, западный склон Кремля был излюбленным местом для прогулок. Исчез легендарный Тайнинский ключ, источник питьевой воды для обитателей Кремля. В дни пасхальных празднований через Тайнинскую башню совершался крестный ход к Благовещенскому собору. Вот мы глазами видим стены и башни, которые такие характерные для русских крепостей определенного времени. А ничего татарского не видим, да? И сразу как бы напрашивается вывод, что ничего татарского здесь нет, а все построено только русскими. Опираясь на летописные сведения, говорили, что Кремль построен в 16 веке псковскими мастерами. Все кажется просто. Вот, значит, позвал царь Иван Грозный 200 ломцов камня, там, барму и постника, и вот они взяли, построили. Не построили они. Они просто некоторые башни сделали, некоторые стены, но это ничего не значит. То есть крепость осталась той же самой, она постепенно меняла свой облик. У Кремля есть авторы, которые пришли сюда, нашли это место, привязали к ландшафту, определили геополитическое положение. Валы, рвы, стены, башни разместили, основные дороги, культовый центр, административный центр и много чего еще. Все это сохранилось. Эта песня булгаро-татарская. Исполняется русскими. Вот, пожалуйста, один миф заменился на другой миф. Факт сам по себе бесспорный. И совсем не случайно памятник в Кремлевском сквере поставлен 2 зодчим Кремля – русскому и татарину. Кремль-крепость. Одна из его тайн – подземные ходы. По всем канонам подобных оборонительных сооружений они должны быть. Вот что рассказал главный архитектор музея-заповедника Рустем Забиров. Ну, тема эта, конечно, интересная. То есть, вообще, это интересует всех казанцев. Ну, и нас тоже музей-заповедник эта тема интересовала. Но специально мы ее никогда
не затрагивали, потому как если мы сейчас найдем хоть один подземный ход, обслуживать его очень сложно. То есть его надо весь вычищать и как бы закрывать обе стороны, то есть выход в Кремле и выход в той части, где он будет найден. Потому что, в принципе, конечно, к нам приходили люди вот за всю историю как бы вот существования заповедника, пока я здесь вот работаю уже 9 лет. Ну, несколько человек приходили, которые, значит, рассказывали, как они в детстве сами как бы лазили по этим ходам. Такие сооружения, как Казанский Кремль, не могли вообще существовать без подземных ходов. Но, к сожалению, на нынешний момент был найден только один подземный ход. И то, к сожалению, это не стационарный, на месте, где сейчас стоит мечеть Кул-Шариф. Естественно, там проводились раскопки археологические, и там были найдены останки разных сооружений и натолкнулись на вот подземный ход, но это лаз временный. Во время осады такие лазы по ночам они копали и делали буквально как бы кротовую нору наружу. Почти 500 лет потребовалось, чтобы возродить в Кремле древнюю мечеть. Ну, главной задачей, которая ставилась на тот момент, было восстановление, реабилитация градостроительного облика Кремля. То есть Кремль после разрушения колоколен и храмов был как челюсть с выбитыми зубами, то есть там образовался провал. Было принято решение о том, что в Кремле должна быть только одна церковь и только одна мечеть. Но эти две вещи должны быть паритетными, как бы быть достойны друг друга, и должны Кремль обогатить по-настоящему. И вот, соответственно, было бы решено построить мечеть такую, которая бы образ Кремля подняла. Но тут без мистики тоже не обошлось. Выбрали вот это место. Геологию Кремля на тот момент мы не знали. Мечеть начали строить, пришла геологическая карта. Выяснилось, что Кремль – страшно проблемная зона. Но именно это место ничем не затронуто. Тем не менее, перестраховались страшно, сделали там очень мощную бетонную подушку. В принципе, это объект сделан так, что если даже будет землетрясение или, значит, оползень, я не знаю, да, она просто съедет, как на санках. Может упасть на бок, но не разрушится. Наших многочисленных зарубежных гостей. Королевство Саудовская Аравия, Сирийской Арабской Республики, Государство Кувейт, Йеменской Республики, представители Исламской Республики Иран, Республики Турция, Арабской Республики Египет, Объединенных Арабских Эмиратов и многих-многих других. К вам обращается президент Республики Татарстан Ментимер Шарипович Шаймиев. Бисмиллахи рахман рахим. Ассаламу алейкум. Хурматли ватандашлар хам мухтарам кунаклар. Храмы республики должны привлекать внимание не только своим обликом, но и образованными имамами, священнослужителями, несущими свет веры и оберегающими наши исконные традиции. Если после каждого посещения храма душа очищается, а нравственность укрепляется, значит мечеть, церковь и другие религиозные храмы превращаются в важное звено в становлении цивилизованного демократического общества. Чудом уцелел в Кремле после октября 17 года кафедральный Благовещенский собор. Долгие годы под его сводами хранились архивные документы республики.
Символично, что одним указом президента Татарстана была поставлена задача возродить древнюю мечеть и реконструировать главную соборную церковь. Открытие кафедрального собора в Кремле. Проходило оно при участии патриарха всея Руси Алексия II. С его благословения в Казань вернулась икона Казанской Божьей Матери. Спасская башня. Названа она в честь иконы Спаса Нерукотворного. В Кремле всегда размещались правительственные учреждения. С 1992 года в бывшем губернаторском дворце резиденция руководителя республики. Рабочий кабинет президента. Зал для вручения наград. Каминный зал. Десятого ноября 2000 года Казанский Кремль включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО как одна из уникальных жемчужин мировой культуры.